Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Растения против зомби 2. И начинаем, как всегда, с ивента. Давай посмотрим, что за ивент. Что у нас здесь будет. Мне так лично очень интересно. Так, ну все, ромашка, хватит тут уже свои лепестки нам показывать. Зомби с конусами, да, и зомби у нас с ведрами. Окей, давай смотреть. Так, секунду. Ну, естественно, будем с тобой выставлять орехи. В первую очередь. А за орехи уже будут у нас грибочки, да, бомбить их потихоньку. Угу. Так, наверное, ёлки-палки. Хары-хары-хары, так. Яблочная мортира, естественно, куда же без нее-то. Пускай бомбит. Ты дичь. Так, давай еще поставим сюда. Прикроемся здесь орехом. Вот так. Слушай, по-моему, я этот уровень помню. Такой уже был у нас с вами. Как-то. Да, когда мы с тобой бомбили чисто мортирами яблочными. Так, сюда я поставлю, наверное, гриб. Эти грибы со временем потом исчезают. Ага. Лужайка шипастая тоже пускай стоит. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так с тобой, чтобы грибы у нас с тобой активировались и не исчезли. Шипастые лужайки. Так, вот сюда поставим. Здесь у нас зомби с ведром. Довольно крепкий, сильный. Так, и первая волна пошла. Пошла. Ускоряется. Давай мы, наверное, вот сюда поставим шипы. Потому что здесь у нас ускоритель идет, чувак с флагом. Ну и мортиры. Слушай, они неплохо бомбятся, да, своими этими огрызками. Оу, погоди, я только сейчас увидел, что у нас тут с тобой разлом появился. Слушай, погоди, так не надо делать. Парень, так делать не надо. Появляться прямо у меня под носом. Мы на это не договаривались с тобой. Так, секунду, что еще нам нужно влепить сюда? Я даже не знаю, давай вот так поставим шипы, тихо. Ё-моё, вишню? Нет, пока не будем ее тратить. Ну, здравствуй, еще тебя тут не хватало. Еще тебя тут не... Так, секунду. Тут надо бомбануть. Так, погоди, вот сюда, наверное, нам надо влепить. Тыдыч. Взрыв на макаронной фабрике. А это что, пират появился, да, здесь? Появился здесь пиратик. Так, разлом переместился немножко в другую сторону. Окей, слушай, ну я думаю, что здесь мы с тобой справимся. Причем, ну, без проблем. Если честно, мы можем сделать взрыв. Окей. Оу, секунду. Секунду, секунду, ну вот куда ты вот прешь, а? Вот скажи мне, вот куда ты вот бежишь? Блин, он же сейчас будет смещать, верно? Конечно же будет смещать, ребята, поэтому надо его уничтожить. И этого тоже халабуду подбили. Отлично. Так, подожди-ка, два удобрения у нас тут летало. Мы их подобрали. Так, ну что, это последние зомби у нас. Ну, вот куда ты вышел, а? Давай-ка. Сможем, интересно, мы его разобрать? Не вышло ни шишарики. Мне бы как-то его добить. Мы можем, конечно, газонокосилку вызвать, да? Она уничтожит его. Ну, попробуем сейчас как-нибудь справиться без нее. Так, шипы, пускай получает повреждения, так ему и надо. Все, друзья мои, победа за нами. Я уж думал, что скилл потерял, но вроде бы пока неплохо. Так, смотрим, что нам выпадает из пиньет. 5 мин доисторических, ага, 3 мортиры и 1000 голды. Неплохое начало, я вот думаю, стоит ли нам переиграть с тобой. Мы получим еще награду, если переиграем, а я думаю, что стоит. Ну что, друзья мои, вторая попыточка у нас с вами. Поехали. Ну, начнем выставлять орехи. Я думаю, что где-то вот на этой линии выставим. И это будет оптимально для нас. Кстати, надо было посмотреть. Я, по-моему, мину мог улучшить. Если я чего-то не путаю. Ладно, сейчас пройдем с тобой, потом глянем, что у нас там вообще по растениям происходит. Давно не заходил в эту игру. Ребят, я уже молчу про лигу. Я, наверное, там опять вернулся в деревянную. 100%. Так, мортирочка, давай, родная, вставай. Накумаривай всех этих зомби своими огрызками.
чтобы знали свое место. Как говорится, вылезли из могилок, пускай туда и отправляются. Так, маленькие грибочки у меня стоят. Как говорится, и в ус не дуют. Так, и шипы, шипы надо выставлять сюда, ребята. Под самых крепких зомби. И я думаю, что второй рядок из наших орехов не будет лишним здесь, да? Так, этот с ведром, куда ты бежишь? Куда ты бежишь, я тебя спрашиваю, а? Так, наверное, нам пора. Они уже посветлели, сейчас будут скоро моргать. А как только начнут... Что? Оу, тут разлом, ребят, появился. Тут появился разлом, значит, ждем неприятностей. Кто-то отсюда 100% полезет. Не надо. Успели, да, бомбануть? Так, фараон остался жив. Ага, все, мы его раскурочили. Ух, зомби идут. Так, а это у нас кто? Похититель энергии. Тоже надо его бомбануть. Все. Так, что-то тут слишком много у нас зомби с ведрами идут. Так, погоди-ка. Шипы, это все, конечно, хорошо. Но сейчас будут могилки, да? Он не успел, мы его подбили. Ну, тем лучше для нас. Пиратишка появился. Надо его тоже быстренько раскумарить. Спасибо за удобряшку. Лишним она точно не будет. Так, у него там попугай в шляпе спрятан, ты видел, да? Он не успел его использовать. Мину я пока приберегу все-таки. Приберегу, потому что она нам пригодится еще в дальнейшем. Шипы поставим как раз перед разломом. Ой, могила вот эта вот здесь мешается нам. Как-то неудачно она встала. Мы на нее, как говорится, тратим свои ресурсы, а именно огрызки, чтобы его уничтожить. Так, последняя волна. Ждем, ждем, друзья мои. Так, разлом у нас здесь находится? Кто там? Ой, с бочкой зомби. Блин, я его взорвать не могу. Хотя и этого и не надо делать. Сейчас отсюда еще мелкий выпрыгнет. Мелкий зомби, я имею в виду. А вот тут вот. Опс. И, наверное, где-то вот здесь надо еще сделать взрыв. Да что? Во, все, отлично, ребята. Так, активируем грибочки наши маленькие. Ну, так, секунду. Секунду, давай вот так вот сделаем. Всех, как говорится, назад. Надо их уничтожить. Нет, 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 парень. Вылазит, а ты посмотри на него. В наглую причем, да, идет. Так, а сейчас он, а он же сейчас начнет толкать всех. Или мы его подбили, да, мы его подбили. Тут даже еще проще, чем в первый раз мы сыграли. Так, давай забирать с тобой повторный ревард. Угу. Три опять яблочные мортиры. Так, это у нас ночной цветок. И 1000 голды в плюсе. Окей. Продолжаем, ребята, нашу эпопею. Будем сейчас смотреть, что здесь появилось вообще новенькое. Если, конечно, появилось. Во-первых, хочу зайти к себе на огород. Давай посмотрим, что у нас там созрело, что у нас вообще есть и что стоит взять. Ага, лазербин. Забираем. Блин, я эту кувшинку, наверное, никогда не потрачу. Плюс у нас есть помидор, есть мина. А по растениям, походу, я никого улучшить не могу. Или у меня просто не хватает финансов. Угу, 3580 денег. Это мало. А что у нас за задание? Так, мы получаем с тобой гемы. Отлично. Так, а в ивенте? Хорошо. Так, дай-ка я выйду, наверное, сюда и посмотрю, что у нас там происходит с ареной, во-первых. Ну-ка глянем. 18 гемов. Да, ребят, я вернулся в бронзовую лигу. Точнее, как вернулся? Меня понизили до бронзовой лиги. Это еще кто такой? Пуфбал. Фиолетовый сезон. Кто это? Не знаю, ребята. Но, думаю, подраться стоит. Какой-то странный, я не знаю, как шар какой-то. Слизнюк. Как его увеличать, даже не знаю. Ладно, окей. Ну что, ребята, сыграем с вами, да?
Поехали. Не знаю, какие здесь противники и что нужно будет сейчас выбирать нам, какие растения. Первая награда у нас будет 5000 голды, да, если мы с тобой наберем 5 кубков. Так, я вижу тут доисторический гаргантюа. Так, танцоры, фараоны, роботы. А это кто там у нас? Что это? Вот это такое, я не могу понять никак. Хм. Что же нам с тобой здесь взять? Так, я думаю, лава-гуава нам пригодится здесь. Ага, вот, кстати, мы сейчас и посмотрим, кто это такой. Вот нам дали его на пробу. Доисторическую мину возьму здесь. Так, танцоры, да, будут у нас. Возьму, наверное, защитника. Так, тут, наверное, нам придется еще с тобой взять все-таки вот это вот. Летающих нету, есть бегуны, гаргантюа. Хм. И, наверное, нам надо сюда взять персик. Наверное, как-то так, друзья. Не знаю, не пробовал этот уровень, поэтому как бы сейчас... Твою ж налево, вот это я лопухнулся. Ребят, я забыл про подсолнухи-то. Я забыл про подсолнухи, ты понимаешь? Вот так вот оно происходит. Вот я сглупил-то сейчас, а. Ладно, давай посмотрим. Поставим пока мины. Вот здесь вот на все, ну не на все поле, сколько хватит у нас. Не так уж, кстати, и много. Мы можем здесь выставить с тобой. И самое интересное, будет ли у нас с тобой возможность где-то получить энергию солнечную. Так. Ну-ка. Ты дичь. Есть, ребята, энергию мы с тобой получаем. Это уже хорошо. Оу, да тут ее валом просто валится. Так, танцор, вали отсюда. Так, будем мины ставить, наверное, на задний план. Поставим сюда за... А, вот, я хотел проверить, что это за гриб. Или кто это? А, вот он. Блин. Не надо похищать энергию, она мне нужна. Так, этих надо... Да, господи, что он похищает, а? Лава-гуава, давай жги. Надо их вырубать. Надо их вырубать и сразу же еще и взрывать. Вау. Так, тебя-то тут только не хватало. Песняры тут вышли мне. Ну-ка, дай я проверю, как она работает. Да, и все встали, все стоят. Она просто их станет, ребят. Как я могу понимать, да? Грипп или что это? Или как это? Пышечка. Я не знаю, как назвать его. Серьезно тебе говорю. Просто не знаю. Так, знаешь, что энергии у меня много. Вот. Что тут? Давай вот так, наверное, сделаем. Давай еще, наверное, здесь бумкнем. Да, всех останавливаем. Так, сюда мы, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Бух. Нет, он еще и разлом мне сюда высылает, прикинь. Зачем, блин, разлом-то сюда выставлять? Скажи-ка мне на милость, не? Родной. Мне без разлома здесь как бы тяжеловато. Так, их надо вырубить. Вырубить и, наверное, оттолкнуть их. Оттолкнешь ты их или нет? Нифига, он, по-моему, не будет никого тут отталкивать. Мины, надо выставлять мины. Мне кажется, или игра как-то заторможенно идет. Или так и должно быть, что-то не пойму я, ребят. Вот знаешь, как будто на замедлении все, на замедлении. Не надо, куда тут прешь, а, шит. Бум, взрывы. Слушай, по-моему, все-таки как-то на замедлении работает. А с чего вдруг медленно так? Может, так должно быть? Не знаю, ребят. Знаешь, что у меня очень-очень много энергии? Хорош. А, мне кажется, понял, ребята. Из-за того, что слишком много зомби накопилось на экране, и вот начинается такое вот подлагивание. Скорее всего, именно из-за этого. Так, не надо похищать меня энергию, мою последнюю. Взял моду, понимаешь ли, тут. Тырить. Какой-то странный гриб. Почему я его называю гриб? Я не понимаю, с чего я взял, что это вообще гриб?
Эть, бедный, бедный мой морковник. Давай вот так вот. Мочи их. Так. Сколько там? Еще 39 секунд у нас. На все про все. Опять почему-то замедляется. И, кстати, замедляются они именно... Так, погоди-ка, погоди-ка. Вырубаем и взрываем здесь. Давай вот так вот сделаем. Хорошо. Тут вот этих тоже надо гасануть. Лава-гуаву вот там поставим с тобой. Блин, вот здесь вот гаденыши проходят. Вот здесь вот проходит. Она хоть урон наносит или она просто застопаривает их? Ну, просто останавливает. Не врублюсь пока, если честно. Что-то хлопает, щелкает все, как, знаешь, как будто от маленьких петард. Так, здесь, наверное, придется вот так вот сделать. Смотри, время подходит к концу, ребята. И мы с вами неплохо заработали бабла. Ты это видишь, да? Ну вот, мы выиграли нашего оппонента. А он использовал, так, росточек, да, электрокамыш. Так, и 5 корон. То есть мы с тобой можем заработать. Мало того, что здесь 2000 голды получаем, так мы еще с тобой получаем, вот, еще здесь 5000. Окей, спасибо. А здесь нужно 15 корон получить, чтобы нам дали хотя бы 20 штук вот этого вот. Как его назвать? Оу, смотри, какой здесь интересный, ребята, ускоритель мы получаем. Это 100% для вот этих всяких теневых жижей, мне кажется. Так, мы можем посмотреть рекламу, заработать 4, по-моему, перчатки, если не ошибаюсь. 4 перчатки. Так, интересно, а что-нибудь новенькое появилось у нас вот в Пенни? Давай посмотрим. Да должно обновиться, столько времени не играл. Должно... Вау. Есть, друзья мои. Так, мы еще что-то здесь выполнили. Конфетки получаем, да? Сколько там штук? 5? А сколько вообще у меня их? Конфет не вижу. Вижу, что у меня есть гемы. 144 гема, и я, наверное, могу себе что-то купить. Что я могу купить за гемы? Давай посмотрим. Растения мне вряд ли какие-то, да? Хотя, смотри. А, это за конфет, ребята. А у меня всего 50 конфет. Всего 50 конфет, и больше я ничего, да, не могу. То есть кончилась лафа, да, чтобы мы за гемы с тобой что-то могли приобрести. Тут за конфетки только лишь. Понятно, 50 конфет нам нужно с тобой еще получить. Так, стали, так, редиска, крокодильчик. Это все у нас за монеты приобретается. Можем паки открывать с тобой, но паки, если честно говоря, я не особо хочу приобретать. Кто же ты такой, а? Пуфбал. Какой-то пуфбал, то есть могу как бы, ну, взрывной шар. Взрывной шар. Вот так вот, в моем понятии. Так, костюмчик у нас, да? Хей, Бонг Чуэй неплохо смотрится такой. Тин-дин-дин, как клоун, елки-палки. Не знаю, нужно ли нам на могилоеда, вон там, ну что там, шляпу что ли себе новую там приобретает или что еще. Короче, поехали, мы с тобой сейчас сыграем в Пенни Пурсуит. Потом я посмотрю рекламку, наберем с тобой перчаток и сыграем еще. Как говорится, так, у нас здесь 600 монет. Яблочная мортира. Блин, я хочу получить ее, но понимаешь, она за донат, ее нужно покупать. Нет такой возможности, чтобы ее открыть. Эх, грустно, печально, ну а что поделаешь, друзья мои, ничего не поделаешь. Давай драться, будем биться не на жизнь, а на смерть. Так, отрази, короче, восстание зомби. Где мой любимый перк? А его почему-то здесь уже нету. Хе-хе. Ну давай попробуем вот этот, что ли. Да? А следующие будут платно. Следующие будут платно, да? Давай возьмем вот этот тогда перк с тобой. И вот этот. Нет, лучше вот этот, наверное. В плане репик. А что вам не нравится-то? Не могу понять. А, видимо, чили. Или что? Что не так? Вот оно что. Халапеньо нельзя брать, да? Ладно. Понятно, давай смотреть. Значит так. Что нам пригодится здесь? Нам пригодится лазербин. Я возьму.
с его способностью. Также мины, наверное, тут лучше не брать, потому что, я так понимаю, если растение погибает, то мы проигрываем с тобой. Возьмем с тобой близнецов. Возьмем с тобой близнецов. Так, дальше что еще? Что мы можем с тобой задействовать? Наверное, нужен будет дикий подсолнух здесь. И помидор. Помидор с тобой возьмем, да, еще? Дейзи. Возьмем вот так. Ну ладно, бог с ним, пускай будет так. И последний, кто нам здесь, наверное, пригодится. Я не знаю, пригодится или нет. Ну ладно, возьмем с тобой скорострела. Все, поехали, друзья. Так, 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 так. Ну что, начинаем с подсолнухов, понятное дело. Да, ребята, у нас не должно погибнуть два растения, что ли? Верно? Я ведь правильно понимаю? Не должно погибнуть два растения. Так, идет, идет. Первый голодранец вышел на поле боя и тут же отдупляется. Тут же отдупляется. Так, засадим тут подсолнухами все. Хотя, может быть, я зря это делаю. Это что за волны такие? Кто выпускает волны, ребята? Я не знаю, но кто-то выпускает волны. Так, давай нашего этого поставим. Куда это не улетает? Что происходит? Чувак просто улетел куда-то в никуда, так скажем даже. Так. Если я сделаю вот таким вот образом. Так, подожди, подожди, подожди. Блин, этот зомби. Этот зомби хитро выкушенный. Какая-то... А, это же я взял перки, ребята. Поэтому... Все, я понял. Мы с тобой взяли перк, который может вот так вот зомби отшвыривать куда-то, никуда. Только зачем я его взял на первых уровнях сложности, я что-то пока ума не приложу. Для чего это было сделано? Можно было бы и обойтись. Так, пират. Пират, отвали. Отвали. Че такой мощный-то, эй? Пират. Да, сильный оказался. Так, а если мы с тобой сделаем вот так вот еще, ко всему прочему. Дейзи там мне помогает уже, это хорошо. Давай сделаем вот так еще с тобой. И вот так. Ну, они какие-то крепкие здесь. Тебе не кажется? Подожгли. Мы не должны потерять с тобой ни одного растения. Ну, максимум два, как нам с тобой объяснили. Максимум два. Лазарбин, вжаривай. Так, ладушки. А здесь ты сможешь подбить вот этого вот? Или мне придется использовать? Нет, подбили, мы успели, ребят. Так, лазарбин пошел. Сколько там еще по времени-то ждать нам надо? Не могу понять. Удобряшечку получили. Удобряшечку получили. И вот так вот с тобой. А, так все, ребята, это последняя волна. И мы справились здесь. Ну, было немножко опасно на самом деле. И зомби какие-то действительно здесь крепкие. И мы получаем с тобой 5 яблок. Так, 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 так. Второго уровня у нас прокачался перк. Второго уровня. То есть это на выпадание солнечной энергии. И нам открывается следующая карта, следующая локация. И еще и квест комплит. Так, еще гемы. Сколько там? 5 или 2? 5. Ну что же, второй уровень, поехали. Что тут разыгрывается? 4 гема. Я думаю, что пойду за 800 монетами. 800 монет, да. Интересно, что это за перк такой был, который вот так вот сдувает, а? Наверное, вот этот вот, да? Скорее всего. Да, антигравитационный перк. Так, слушай, цветочки здесь, блин, цветочки. Мы не должны позволить их смять. Если я возьму, например, вот эту вот фасоль. Фасоль я возьму лаву гуаву. Ну, давай защитника еще возьмем, почему бы и нет. Плюс мина.
Плюс мина. Подсолнух дикий. Думаю, что он лишним здесь точно не будет. Возьмем с тобой боулинг. И что? Так, здесь летающий. Кукурузу можно было бы, наверное, взять, да? Или три стрела. Три стрела возьмем тогда с тобой. И вот это вот. Все, вроде бы отлично, ребята. Ну что, приступаем, да? Let's rock. Выставляем, естественно. Так, хорошо, что у меня мина. Под суперударом я, естественно, могу ее выставлять. И она будет здесь плодиться. Картофельная мина, да. Она будет плодиться так. Ну, давай вот так вот начнем. Ну, куда ты? Ну, зачем же ты назад-то бросил-то, господи? Не очень мне такой расклад нравится. Давай, давай, плодись. Да ну... Твою ж налево. Не так я все хотел. Абсолютно не так. Ладно, фиг с ним, пускай этот мелкий ест. Вот здесь надо что-то нам влепить. Что-то такое защитное, чтобы могло отталкивать. Может быть... Морковушка нам здесь поможет. Защитник. Это не морковка, ребят. Это... Я не знаю, как его величать. Ты бросай мины, это не сюда, а вот вперед. Зачем ты мне назад ты кидаешь, а? Дурик ты деревянный. Мне такое не нужно. Счастье. Нет, он берет все назад, бросает, а? Ой, чудикс. Ой, чудик. Ладно. Эти поедают, смотрю, так смачно. Потом такое зловоние пошло от них. Так, ну здесь я, наверное, все-таки уберу. И поставлю наш родной подсолнух. Пускай он здесь стоит. Уровень сложности здесь легкий, так что я думаю, никаких проблем не будет. Давай, луковицы, бомбите. Еще одна мина созрела. Ну, в чем проблема? Вот так вот. Сюда защитника поставим. Лаву-гуаву влепим. Летающих пока нету, да? Ну, они рано или поздно пойдут. Все-таки вот сейчас будет вторая волна у нас. Сейчас будет вторая волна. О, летуны. Мы их можем же сдуть, так ведь? Конечно же, мы их можем сдуть. И все у нас великолепно. Опять супер-пупер музыка заиграла. Давай. Да куда ж ты? Сколько раз говорить-то? Или он не может просто их туда забросить? Да нет, может, должен он туда их забрасывать. Че он мне дурачка тут включает? Летите туда, откуда прилетели. Чувак под гравитацией там полетел куда-то. Куча звуков таких, да? Так, секунду. Давай, плодись. О, защитник правильно все делает. Все у него классно получается. А, шикарно. Антигравитационный перк. Работает, как всегда, на 5 баллов. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. А, все, мы уже, ребята, выиграли с вами. И халапеньо прокачивается у нас до 2 уровня. До сих пор не могу понять, что она делает. Если, например, взять, мне кажется, будет рандомно, через какое-то определенное время, срабатывать на какой-то дорожке именно вот этот вот огненный взрыв от халапеньо. Мне так кажется. Ну что же, 3 уровень, что здесь разыгрывается? Ох ты, 10 яблочек. 6 уровень зомби, я думаю, что мы можем это потянуть. Мы можем, наверное, даже потянуть и 3 третьего уровня, да? Но все-таки не будем жадничать. Подожди, а у меня хватает? Ну и раз запустили, значит, энергии хватает. Ого. Блин, это корабельная пушка. А это что такое? Ускоряет откат наших перков. Я так правильно понял. Ну, я все-таки, наверное, возьму антигравитацию, да? И халапеньо. Давай просто посмотрим, что это халапеньо вообще делает. Fire. Оу. Вот он даже как. А, ну я вспомнил, ребята. Этот уровень я вспомнил. Мы с вами должны подбивать. Тупанул сейчас. Ой, тупанул. Ну... Чё так долго спим-то? Эй, пушки! Ой, долго спите вы, а? Долго-долго, очень долго спите. Вот, вот оно, халапеньо, ребят, сработало. И я был прав. Рандомно все это срабатывает. На любой... Куда вы тут? Они уже хотят пролететь, я так понимаю, да? Хотят пролететь мимо меня, уже туда вот собираются.
Лыжи, так сказать, навострили. На тебе. На. Окей, ага, тут зомби ходят уже, ходуны. Сейчас они их сбросят, верно? Хотят сбросить, я вижу. По их наглым мордам. Антигрэв улетел. Так, бумс. Теперь здесь. Так. Нате, получите, распишитесь. Ну-ка, 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 все в кучку. Блин, не пробил. А почему только на одного срабатывает, а, ребята, гравитация? Почему не на всех? Было бы прикольно, если бы на всех. Все бы просто улетали куда-то там в космос, блин. Да? И было бы смачно. Вот халапеньо тоже срабатывает, конечно, так, с таким шансом. Шанс, точнее, хороший, но где срабатывает? Не там, где надо, как всегда. Давай, этот улетел. Тут, наверное, заморозка была бы неплохо. Что-то они кружатся, кружатся возле меня. Тоску на меня какую-то наводят. Что за музыка? Что, вы хотите их сбросить, что ли, сейчас всех? Не надо вот сбрасывать их всех, пожалуйста. Не надо, я тебе говорю, сбрасывать их сюда, пожалуйста. Тыдич. Кружат, крутятся здесь, понимаешь ли. Эти чайки у меня за окном, ребята. Ночью, особенно когда спишь, эти бакланы, чайки нервируют своим вот этим вот криком. Еще здесь в игре их слушать приходится. Так, отлично. Давай-ка бумкнем. Слабо, конечно, кокосовая пушка у нас прокачанная. Хотя, может быть, здесь от нее ничего не зависит. Интересно, прошли или нет. Тут вот что-то у нас вроде бы как... Фейл? А, секунду, секунду, друзья мои. А что я тогда должен был сделать? М? Вот объясни мне, что я тут должен был тогда сделать? Если я профейлил. Не пропустить зомби или что? У меня энергии есть? Нету, ребята, я не смогу проверить. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что я должен был здесь сделать. Неужели не пропустить ни одного зомби? Ну, это нереально, потому что они пролетают там в наглую. Фиг с ними. Я пошел, короче, на арену. Ребята, мне нужно на арене посмотреть сейчас рекламу, чтобы набить себе, ты понимаешь, да? Немножко перчаток. Так что поехали. Так, ну что, друзья мои, 4 перчатки я получил. Нам хватит при хорошем раскладе получить 6 конфет и 6 пиньет. Поехали. Все зависит еще от противника. И, честно говоря, я не особо понял, как здесь нужно все-таки бомбить. Я знаю, что подсолнух нам не нужен, потому что здесь энергия выпадает с убитых зомби. С убитых зомби. То есть мина, да, мина здесь реально стоит своего, вот это вот первобытная мина. А вот что остальное? Ну, возьмем с тобой, например, так же, да? Плюс это замедляшка у нас делает, да? И... Не знаю, электричество нужно, не нужно. Может быть, взять нам лучше грушу здесь? Почему я называю грушу, если это кабачок? Да. Это кабачок. И тут еще, видишь, будут зомби... С заморозкой идти. Ну, не заморозкой, я имею в виду с ледяным кубом на голове. То есть их нужно будет растапливать как-то. Фиг его поймешь. Неужели нам придется брать? Ну, придется, наверное, брать этот абрикос. И плюс ко всему прочему нам, наверное, надо будет брать еще вишневую бомбу. Как-то так. Единственная проблема, что у нас с тобой нету стреляющих юнитов, которые могли бы бомбить. Надо это дело исправить. Надо это дело исправить. А вот кем? Кем это все дело исправлять? Ты вот знаешь кем? Я, например, нет. Брать верхострела. Вот ей-богу говорю, не знаю, ребят. Как бы эффективно хотелось бы, но, наверное, не получится. Ну ладно, попробуем так, поехали. Будем выпендриваться. Так, выставляем с тобой, как всегда, мины.
Я так понял, это неплохой начальный задел у нас получается, да? Они начинают выходить, и мы их сразу же встречаем именно взрывами. Только надо мины выставлять вот... Хотя на начале тоже невыгодно. Был бы у меня орех, можно было бы сделать орех здесь, да? Они, например, собрались бы все в кучку, да? Прогрызли бы этот орех. И потом на тебе, сюрприз, минное поле. Просто взрывали бы их всех. Не по одному, а именно кучей. Поехали. Так, у нас с тобой три удобряшки есть. Давай вот так. Вот видишь, тут вот все замечательно. Начало просто великолепное. Так, лаву гуава тоже лучше ставить на начало самое. Так же, как и грушу. Вот грушу, если мы... Давай посмотрим, что она у нас делает. Вот, она начинает мять всех просто под собой. Плюс вот так вот замедляху врубаем. У нас есть определенное количество времени. Так, давай вот лаву гуаву сюда поставим. Лаву гуава, ты будешь срабатывать? Она срабатывает. Она срабатывает. Как может она срабатывать? Это, подожди, подожди, а вот эти откуда взялись? Откуда вот эти вот чудики-то повылуплялись? Ну-ка, срабатывай давай. Что-то плохо сработало как-то. Сработало, но плохо. Мину. Эй-эй-эй, не похищай мою энергию, пожалуйста. Не похищай. Слушай, надо дублировать, наверное, нам с тобой... Мины. Так, сюда вот так, наверное, сделаем. Что-то там идут, бубнять. Как старые деды ворчуны, да? Кто там еще зашуршал мне? Ага. Открылся портал. Открылся, ребята, портал противный. Этот все так и норовит у меня похитить энергию. Так и норовит. Слушай, а что, я не понял, кабачок не может их уничтожить? Я думал, что он ему это по зубам. Здравствуйте, приплыли. Еще и этот тут появился. Куда тыришь? Блин, стырил все-таки, а? Они продвигаются. Ребята, они продвигаются. Это плохо. Твою ж дивизию. В наглую щемят. Просто в наглую. Сколько там? Еще минуту целую надо ждать. Целую минуту. Блин, у меня энергии дофига. Тратить ее некуда. Кого бы нам в следующий раз здесь выставить такого, как сказать, не идеального, но чтобы мы могли с собой хотя бы тратить энергию хотя бы на кого-то. Хотя бы на кого-то. Чтобы от этого был толк. Тут просто не на кого абсолютно, ребят. Только вот так вот щелкать. Петарды. Ну что ты там активировался? Заглохни лучше. И зомби вот эти вот, они черномазые. Вот что они? Ну идут. Все замазаны, замалеванные. И что? Кабачок этот не может уничтожить вот этого ханорика сразу же с удара. Это плохо. А должен бы уничтожить его. А он этого не делает. Просто не хочет и все. 21 секунда, ребята. Может быть, мы все-таки здесь и выживем с вами еще. Да и по энергии, в принципе, неплохо, пока у нас идет. Неплохо, да, идет. И, как ты видишь, у нас с тобой газонокосилки все целые. 6 секунд, ну, мы здесь с тобой выиграем. Мы с тобой здесь выиграем и получим нашу награду. Да. Так, а что он использовал? Он использовал электричество, да. Электрический усилитель. Плюс галактический орех, дымогриб, спорогриб и вот этого вот. Слушай, по-моему, это гриб все-таки. Ну, он похож на гриб. Ладно, друзья мои, мы с вами зарабатываем две пиньеточки. Давай посмотрим, что нам из них выпадет. Ну-ка, вскрывайся, Сим-Сим. О, этот цветочек тоже хорош, но он опять же, ребят, по-моему, донатный, да? Хотя нет, если ты накопишь 150, он тебе откроется бесплатно. Хм. Понятненько. Так, ладно, двигаемся с вами дальше. Двигаемся с вами дальше. Нам нужно еще 10 же, да? Ну-ка, дай-ка гляну. Да, еще 10 корон, чтобы мы получили с тобой 20 штучек вот этих вот. Слушай, ну тут вот неплохо. О, а тут вообще 20 пиньят.
Сладкий такой реворд. А где я вообще нахожусь? На каком месте? Я уже на 7-м месте. Так, что у нас тут? Я, видимо, какое-то задание выполнил или... Или что здесь? Вы хотите сказать, что я могу кого-то прокачать? А кого? Я ничего такого особого не вижу. А, морковку, что ли? За 5000. Ну ладно, давай морковку. Пускай будет уже прокачанная. Ну, так уж и быть, чтобы просто глаза не мозолило мне. И вроде бы все, да? И вроде бы все, да, ребята? Остальное все у нас пока тут закрыто. Ни кактуса нету, ни черники нету, ни винограда этого смачного нету. Кстати, лава Гуама готова прапаться. А сколько мне не хватает? 21. Слушай, а где у нас лава Гуама? Визит-стор. Визит-магазин, что ли? Чтобы улучшить лаву Гуама. Ну-ка, давай посмотрим, где ты? Что вы меня обманули? Вы хотите сказать, чтобы я ее купил? Подожди, а лава Гуама, она же где-то у нас с тобой приобретается, да? На каком-то... На каком-то... Из материков. Ты помнишь какой-то материк? Я не помню. Лава Гуава — это огонь. Это, по-моему, во льдах. Слушай, если я не ошибаюсь, давай глянем с тобой. Сейчас мы вернемся. Не забывай кареночки. Не волнуйся за, по этому поводу. Я просто помню, по-моему, во льдах. Это у нас, ну, ледяная, да? Локация должна быть. По-моему, именно там мы зарабатываем лаву Гуава. Давай-ка посмотрим. Нет. Не там, а где же тогда? Где мы с тобой можем... Подожди, подожди, что ты делаешь-то? Я хотел просто глянуть. Давай выйдем. Лава Гуава, где же ты? Не могу вспомнить. Так, здесь нету. Первобытный мир, да? Нет, не первобытный мир. Да что ж такое-то? Или лава Гуава чисто прибрит... Что-то я вообще немножко, ребята, как бы в таком... Я знаю, здесь-то точно нету. В пирате тоже нету. Нету. На западе тоже нету, на диком. Как так-то? Ведь лава Гуава должна где-то добываться. Я же не чисто ее накопил. Она же как-то ко мне попала в коллекцию. Донатить я не донатил, это явно. Не могу вспомнить, хоть убей. Не могу вспомнить, и все. Ладно, ребята, пойдем на арену продолжать. У нас все-таки еще 2 попытки есть с тобой, да? И заработать 20. Блин, мне бы еще конфеточек бы побольше. Я бы купил бы вот эту вот маленькую-маленькую смазливую мяточку, которая там что-то жует. Жует, видимо, эту слизь фиолетовую. Так, Элия. Против Элии мы с тобой будем драться. И я до сих пор не могу понять, какую все-таки выбрать здесь тактику. Я знаю только одно, что с каждым уровнем все сложнее и сложнее становится. Вот это я точно знаю. Ну что же, давай, наверное, опять же возьмем с тобой вот этого. Может быть, нам взять... Так, тут еще сзади, да, любители попрыгать? Любители попрыгать сзади. Томатом я тогда, кстати, не воспользовался. Лава Гуава. Может быть, редиску взять? Не хочется мне брать редиску никакую. Возьму вишню. 3 стрелы, может быть, взять. Или вот этого. 3 стрелы, наверное, я возьму все-таки, да? 3 стрелы, и было бы, наверное, неплохо взять шипы. Так, шипы. Мину я взял. Может быть, банановую бомбу. Нет, лава Гуава все-таки. Подожди, 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 подожди. Не то, не то, не то все. Нам же нужен с тобой персик. Где он? Где персик? Вот так вот, поехали. Бред, конечно, какой-то я, по-моему, тут сделал. Но фиг с ним. Погнали. Так, Че, тут уже Гаргантюа пойдет, что ли? Да ладно. Я вон вижу молот, видишь, у него там торчит. Это плохо, если этот шитик соберется бежать. Это будет не есть хорошо. Ну что, let's rock. Окей. Ждем, друзья мои, момента истины. Так. Давай вот так вот 3 стрелы у нас будут везде с тобой стоять.
потихонечку, так сказать, бомбить. Окей. Тихо, тихо, энергию забираем с тобой. Вот этого сюда выставим. Пускай он тут разбрасывает свои споры. Так, мину. Хопа. Дублировали. И это уже хорошо. Три стрелы пускают. Подожди, 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 подожди. Откуда эти... Опять эти чудики тут вылезли, смотри. А чё вы такие крепкие-то, а? Почему не хотите погибать? Не, они хотят, прикинь, погибать, и все здесь. Может быть, суперудары, когда суперудары их подбивает, отлично. Хоть где-то... Нет, эти ворюги быстро энергию мне тырят. Просто моментально. Так, вот это что такое? Вот это что такое идет, ползет. Пятится, понимаешь, на карачках. Энергию не вздумайте мою похитить. То я смотрю, уже быстренько тут. Окей. Слушай, мы немножко не то делаем с тобой. Как бы то и не то. Вишня, вишня, вишня. Зимняя вишня. Бомбическая сила. Так, давай застанем их. Застанем. Опять же, отключим. Блин, эти машины. Твою ж налево. Давай дублировать мину. Дубляж хоть помогает нам хоть как-нибудь? Ну, так себе. Оу. Друзья мои, блин, плохо, плохо. Смотри, что, смотри. Поедатели-прыгуны. Ай-яй-яй. Иди ты. Может быть, как-то вот так, что ли, бомбануть. И лаву-гуаву сюда поставить. Ну, как вариант. Воу-воу-воу, там взрывы колоссальные. Нати. Подбили мы эту машину? Мы эту машину подбили. Угу, одну подбили, а еще несколько вылезло. И толку. Ай-яй-яй-яй, сейчас газету порвут, и этот псих побежит, друзья мои. Этот псих побежит, поэтому давай вот так вот делать. Другого варианта не вижу я просто-напросто здесь. Так, давай их застопорим. Нам 47 секунд еще с тобой надо прожить. 47 секунд. Немного, но и немало. За это время может пролиться очень много крови. Зомбячи, естественно. Блин, они меня прожимают. Несмотря на то, что у нас вот столько этих с тобой строчит, мы все равно не можем, ребят, с вами. 30 секунд нам остается прожить, говорят. Типа, держись, бро, держись, типа. Тут осталось, типа, совсем чуть-чуть. Но на самом деле, нифига не чуть-чуть. На самом деле, очень много. Долго, 20 секунд. Тут время просто, знаешь, дайте мне вот этого ханорика-то применить. Чтоб хоть чуть-чуть немножко застанет их. Вот так вот. Дыдыч. Окей. Ну вот здесь еще может быть какой-то шанс. Может быть. Да, ребят, здесь шанс есть у нас. По времени все отлично. У нас и по финансам, точнее по очкам все отлично получается. Окей, побед за нами. То есть мы с тобой зарабатываем конфетки, да? 6 штучек. А он использовал вот какие растения. У него даже есть уже вот эта вот мета. Плюс растение Bubblegum, да? Или как он там называется? Ну, я называю Bubblegum, жвачка такой. Липкий. 6 конфеток мы с тобой зарабатываем. И наша основная цель теперь заработать что? Заработать еще пиньеточек. Пиньеточек, да? И перчатку у нас мой... О, наконец-то. Заслужил? Заслужил, ребята. Давай, сколько там? 20 штучек, да, ты нам даешь? А чтобы открыть, сколько нужно? 250. Ну, я не знаю, ребята. Вот как вам это растение? Зашло или нет? У нас есть такой грибочек. Помнишь, есть грибок у ночных жителей? Если он взрывается, он, по-моему, наносит отравление или ослабевает зомби. А что этот делает? Он взрывается и то же самое или ничего подобного? Не знаю. Пишите в комментах, мне будет приятно почитать. Так, что мы с тобой еще гем получили, да? 5 штучек или как? Да, еще 5 штук.
Ну что, у нас еще с тобой две перчатки, две попытки, так что будем полностью их с тобой тратить. Бекачу. Почему Бекачу, а не Пикачу? Ладно, хотел парень сделать оригинально. Ну, сделал, если это парень. Может быть, это девушка. Так, ну что? Сейчас еще будет сложнее, да? Естественно, ребята, с каждым разом все сложнее и сложнее у нас тут выходит. И постоянно надо импровизировать. Вот, вот этот гриб, который взрывается и, как мы помним, наносит урон. Может быть, Дейзи взять здесь? Может быть. Может быть, вот этого взять. Шиш его знает, кого здесь лучше взять. Но знаю одно, что лучше брать дальников. Мину. Точнее, бомбу вишневую, да? И остается лишь... Может, халапеньо? М? Или не стоит? Не стоит, наверное, да? Давай тогда возьмем, наверное, с тобой... Этот может сдувать всех и в то же время замораживать. Тоже как бы неплохо. Тоже как бы неплохо. Этот ослабляет зомбарей. Я мятой не пользуюсь. Надо как-то привыкать потихоньку уже использовать мяту на самом деле. Ну что? Опять же, да? Опять же без мины. Точнее без персика, ну не то. И без лава-гуавы не то. Где персик мой? Давай персик заберем сейчас. Дейзи, Фигейзи. Ну что, попробуем, друзья мои, попробуем такой вот командой сыграть, компанией. Начинаем, как всегда, с наших мин. Вот, честно говоря, не знаю. Надо как-то вот обосноваться, выбрать одну из комбинаций и на ней как бы уже остановиться. Да? Чтобы понять, кто, какая же все-таки лучше стратегия здесь. Я знаю, что мины. Мины очень хорошо сносят. Но опять же, мина очень долго прорастает. То есть ее быстренько не поставишь, чтобы она хоп и появилась тут же. Нет. Если она, конечно, без ульты. С ультой она появляется моментально. Вот идет, идут первые у нас с тобой охламончики. Первые. Вот сейчас их... Бам! И все, видишь? Первый отряд пошел, как говорится. Можем выставить с тобой Дейзи сюда. Не надо там. Вылизывает уже энергию у меня. Ты посмотри на него, а. Так, давай. Дейзи будет сейчас накапливать обороты. Мы это все прекрасно знаем. Как это все долго тут происходит, а? Энергию забираем. Этих пока нету, да? Этих пока растений нету. Не растений, а зомби. Больших и злых. Но зато здесь появляются вот такие вот ханорики, которые тоже нам очень сильно мешают. Бабах! Понеслась, как говорится, да, душа в рай. Просто расколбас полнейший. Да, дезики хорошо помогают. Эти машины мы с тобой должны вырубить. Куда ты там похищаешь у меня уже энергию мою? Не позволю, не отдам. Ни за что, ни за какие ковришки. Ну, отдай энергию мне. Вот, 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 вот. Все, 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 все мои солнечные энергии. Вся моя вкусняшка будет только моя. Никому не отдам. А здесь вот взрыв еще сделаю. Опс. Смачно? Да просто великолепно. Просто изи, просто кул. А совместно изи-кул. Вот так вот. Ну, а вот, ребята, и портал. Портал открывается, а из него, как мы видим, вылупляются зомби. Зомби-злодеи. Слушай, мне кажется, что с Дейзи как-то у нас попроще идут дела. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, мне так хотелось бы, чтобы было, но... Но идет-то все отлично просто. Смотри. Идет все вроде бы как вообще шикарненько. Это вот сейчас с тобой еще вот так вот. Хоба! Еще сюда Дейзи. Тыриц! Дейзи чем хороша, ребят? То, что она может вот через это облако останавливать всех зомби. И не имеет значения, какой ты там. Сильный, хлипкий. Облако через тебя пролетело. Будь здоров, остановись.
Да? Как сигнал светофора прям. И причем оно потом набирает обороты и начинает вот эти вот свои батаранги выпускать, которые тоже далеко не слабые. Вот видишь, вот тебе элементарный пример. Вырубаем просто всех налево и направо. Так, я вижу, там прыгун собрался, да? Я видел, видел его. Он хотел уже сигануть. Но мы его... Вон еще один там. Там еще один попрыгун. А вот против этих, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то плохо, ребята. Сдвинул все-таки, а? Ты посмотри, бедные мои растения. Вау. Вот это бумфнуло сейчас. Сейчас было классно. А ну-ка, дай-ка я вот сюда вот поставлю мину. Да что ж ты творишь-то, а, злодюка? Что ты себе позволяешь? Вот объясни мне. Давай, 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 Дейзи. Не обращай на них внимания, жги. Не бойся никого. Просто влупляй. Он еще жив, да? Он еще жив, он сейчас будет толкать. Давай, наверное, мы с тобой вот так перестрахуемся. Выпустим газонокосилочку. И она подрежет их всех здесь. Отлично. Так, 10 секундочек, ребятушки, времечки осталось у нас. Я тебе скажу, что дела идут в гору. Дела хороши. У меня аж подлагивает все из-за того, что, ребята, просто здесь полно растений, полно зомби. Вы даже, наверное, это чувствуете, да? Но в любом случае победа за нами. А это говорит о чем? Что мы пиньятки с тобой стырим сейчас, да? Стырим. Мы заслужили их на самом деле. Потом, кровью. И своей, конечно же, стратегией. Так, а он, смотри. Ну, ребят, тут понятное дело. Первый уровень, второй, хотя у меня тоже тут второй, первый уровень. Ну, у меня растения немножко получше будут. Это вообще как новичок какой-то. Ну что же, пиньятки, 4 штуки. Я почему-то думал, что у нас 6. 6 это в общем количестве было, да? Ну, давай посмотрим, что нам отсюда выпадет. Так, банан. 10 штук, отлично. Я только рад этому. А чё игра-то так медленно-то? Давай как-то пошустрее, что ли, я не знаю. Ну, гипногриф. А хотя, ребят, мы можем его прокачать ведь. Ха, шикарно. И редисочка. И выпала нам с тобой редисочка, ребят. Ну что же, нормально. Гипногриф идет на прокачку, естественно. Но вот здесь все нормально. Там почему-то, я не знаю, ребят, что за глюкогены. И, как ты видишь, я уже на 4-м месте. И у нас обновилось с тобой все, да? Это мне показывает о том, что гипногриб готов прапаться. Типа, Рейс, загляни. Да я иду, иду, заглядываю, вот он. Улучшим его до 3-го уровня. Отлично. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня пока будет достаточно. Нам... Что нам нужно? Сколько всего? Давай-ка глянем. Угу. 10 корон сейчас с тобой зарабатываем и получаем 50 гемов в копилочку. 10 корон это буквально 2 победы. Это, ребята, у нас идет ивент целый месяц, 26 дней еще впереди. То есть, если я не буду забивать на это все дело, мы вполне с тобой получим этого пафа. Да? Ну и, конечно же, вот эту вот супер милашку. Жевательную мятку, которая вся в чернилах. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.